У нас с вами на повестку выходит вопрос обеспечения безопасности населения в зимний период на водных объектах. Соответственно, мы должны подвести итоги летнего периода и посмотреть, какие меры у нас предусмотрены по зиме, какие, возможно, будут новые подходы мы должны применить для того, чтобы обеспечить безопасность населения на водных объектах. Также актуальными остаются вопросы пожарной безопасности. К сожалению, мы видим, что в различных регионах происходят трагедии с гибелью людей, связанные с пожарами на объектах социальной защиты, в образовательных учреждениях, детских лагерях. Эти вопросы стоят на особом контроле аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Есть соответствующие поручения в наш адрес, стоят на контроле губернатора области. Поэтому мы с вами тоже должны проработать дополнительные меры, связанные с обеспечением безопасности, и неукоснительно следить за выполнением требований пожарной безопасности в социальных объектах, утвердить дополнительные меры, направленные на недопущение трагедий в нашем регионе. Также у нас в повестке вопросы об активизации работы по информированию населения о порядке действий по сигналам гражданской обороны, некоторые другие организационные вопросы.